Так, всем привет, с вами Горбачков. Сегодня я покажу обзор по моему набору Лего Майнкрафт, и вы на канале Лего Майнкрафтус. Ну, давайте приступим к просмотру инструкции. То есть, ну, тут особо ничего такого нету, но я вам покажу, что будет для вас полезно, наверное. В конце есть такие... Сейчас я вам покажу, что есть. Вот этот вот обрезок от постера, он здесь стоял. Я такие вот постеры буду вырезать, когда они будут мне попадаться. Но это для вас полезно, я думаю. Набор у меня называется «Ферма». Вот такой набор. То есть это первая часть, вот эта вот вода, вторая, это третья. Начну я с первой части. Тут у нас стоит тыковка квадратная, такая уникальная голова, которую можно сделать Стива для скелетона или поменяться им головами. То есть это, с этой головой можно делать все, что захочешь. И вот, еще что, факелы почти как в игре, тут два. Ну и полупрозрачные детали, похожие, да, на воду. Они трех видов. Вот такая и вот такие вот детали, если вам не видно. Извините. Тут есть загон. Вот загон подвижный только двери. Там есть корова. Как это называется? Ну ладно, я не помню. И овца. И еще вам обратите внимание на голову. Головы у них такие вот. Не просто треугольники, прямоугольники. А вот такие вот уникальные детали. Да, это, конечно же, круто, что есть такое Лего, Лего Майнкрафт. Сейчас вам покажу его задний вид. То есть вот здесь прицепляется набор. Первая ночь, кажется, вот здесь вроде бы. И вот тут скрепляется. Всякая морковь, грядочки. И вот. Есть цветочек какой-то такой красненький, серединкий. Ни разу не видел таких цветов. Ну, в Майнкрафте, возможно, можно увидеть. Тут стоит верстак, стол для работы. Тростники. Ну, как обычно, вода. То есть загон стоит из вот таких вот деталей, маленьких и больших, по три раза это. То есть берешь три таких детали, одну плошку, ну и прицепляешь. Ну и еще тут есть то, что тут есть. То есть первый я вам показал, второй я вам показал. Нет, приступаю к третьему. Все знают, что Стив самый главный герой этой видеоигры Майнкрафт. И мне это очень нравится. Давайте посмотрим инструкцию, как собирать. Наверное, это для вас будет интересно, я надеюсь. То есть у нас вот такие вот полупрозрачные детали цепляются. Сейчас я вам покажу, как овца должна стоять. То есть, смотрите, овца должна стоять вот так. Да, именно так. Да, это очень здорово, что овца стоит так, и корова так, пятнышки такие здоровские. Да. Крутой набор, правда, так сказать. И это очень же круто.
Тут есть лего-хлеб. Ладно, всем пока. С вами был Горбачков. И тут есть березка со скелетом. Всем пока.